Здравствуйте, в эфире программа «По существу», и сегодня у нас в студии председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской республики Александр Цветков. Александр Иванович, добрый день. Добрый день. Александр Иванович, 8 сентября – единый день голосования по выборам различного уровня по всей Российской Федерации. Чувашия тоже готовится к выборам. Кого будем выбирать и насколько мы готовы к этому единому дню голосования? Сразу скажу, что ничего нового не будет. Выбирать будем также депутатов и глав. Досрочные выборы глав 10 сельских поселений. Кроме этого, выбираем шестерых депутатов районного уровня и депутатов поселенческого уровня. Самые большие выборы, которые состоятся 8 сентября, главные выборы, скажем так, это дополнительные выборы депутата Государственного совета по Козловскому одномандатному избирательному округу. Напомню, там был депутат Разумов Александр Валерьянович, он перешел на государственную службу и в соответствии с законом сложил себя полномочия депутата Государственного совета. Поэтому были назначены дополнительные выборы, сейчас уже прошла процедура выдвижения и регистрации кандидатов, и на данный момент у нас 5 кандидатов участвуют в выборах. Это опытные кандидаты? Они участвовали уже прежде в предвыборных кампаниях, или, может быть, уже избирались, или все новички? Кандидаты разные, кто-то в первый раз, кто-то не в первый, но, тем не менее, все они идут от политических партий. И здесь у них есть большое преимущество перед самовыдвиженцами, поскольку за спиной стоит партия, которая помогает, готовит документы, подсказывает. И от партии участвовать в выборах намного проще, на мой взгляд. Ну, вы как сами ожидаете, кампания будет острой, бурной или цивилизованной? Мы надеемся, что она будет достаточно спокойной. Вот, и победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей. А вот в муниципальных, в сельских, в поселенческих предвыборных кампаниях там есть какие-то интриги или тоже все идет абсолютно там ровно? Тоже все достаточно спокойно. На сегодняшний день у нас есть необходимая альтернатива. Выдвижение проходило очень активно. И на один мандат претендует в среднем где-то около 4 кандидатов. Это нормально, это достаточно для того, чтобы выборы состоялись. Александр Иванович, так же, как и на предыдущих выборах, избирательные участки будут оборудованы системой видеонаблюдения или не требуется от дополнительных выборов таких вещей? Таких строгостей? Нигде, ни в одном нормативном документе не установлены такие обязанности для избирательных комиссий оборудовать систему видеонаблюдения. Мы помним, что впервые такая система применялась на выборах президента Российской Федерации, когда все происходящее на избирательном участке в прямом эфире транслировалось в сети интернет. Но в дальнейшем это не применялось. Почему? Потому что процедура очень дорогостоящая. Но, тем не менее, у нас имеются в наличии необходимые комплексы видеофиксации, видеорегистраторы так называемые, и мы их применяем на всех дополнительных выборах. И буквально на днях приняли решение о том, что и 8 сентября на каждом избирательном участке будет стоять по два видеорегистратора, которые будут фиксировать в течение всего рабочего дня и в момент подсчета голосов избирателей. И в случае возникновения спора какого-то мы можем просмотреть, что происходило в этот момент на избирательном участке. А КАИБы вы собираетесь вывозить в район или как? К сожалению, на этих выборах мы КАИБы использовать не будем. Не потому что не хотим, потому что у нас их забирают. ЦИК России принял решение, и КАИБы с тех регионов, где нет таких уровневых статусных выборов, мы забирают, и мы их передаем в Московскую городскую избирательную комиссию. Потому что 8 сентября в Москве, в Московской области будут проходить очень знаковые большие выборы, и я считаю это правильно. То есть КАИБы должны применяться в первую очередь там, где выборы вызывают наибольший общественный резонанс. И поэтому то, что у нас на эти выборы их забирают, передают в Москву, ничего в этом страшного нет. Придут такие выборы большие к нам, точно так же КАИБы мы привезем в соседних субъектов и будем уже более масштабно их использовать. Насколько готовы избирательные комиссии к проведению выборов?
Ну, комиссии сейчас находятся в стадии подготовки. То есть, ну, лето, у многих отпуска, но тем не менее, ближе к выборам все выйдут на работу. То есть территориальные комиссии уже работают очень активно. Участковые комиссии, сформированные, которые у нас уже были на постоянной основе в начале этого года, они юридически существуют. Начиная с вот, буквально середины августа мы начнем их уже активно обучать. Вот, полностью пройдем по всем стадиям избирательного процесса. Особо внимательно затронем день голосования, для того, чтобы они 8 сентября уже во всеоружии участвовали в выборах. Средства массовой информации готовы тоже принять участие в предвыборной кампании? Есть ли какие-то особенности вот этой пиар-кампании? Ну, активность средств массовой информации зависит также от уровня выборов. Чем выборы интереснее, больше, главнее, тем активнее участвуют и журналисты в их освещении. Ну, несмотря на то, что у нас выборы всего лишь досрочные и дополнительные, тем не менее мы все предусмотренные законом информационные мероприятия выполним. То есть, если по закону кандидату положено какое-то бесплатное эфирное время или бесплатная печатная площадь, то в полном объеме все кандидаты эту площадь получат. Как одно из новшеств, вот как раз благодаря тому, что у нас появилась национальная телерадиокомпания, у нас именно на этих выборах кандидатов в депутаты Государственного совета Чувашской Республики получат возможность на бесплатное эфирное время на 3 телевизионных и 2 радиоканалах. То есть в таком объеме эфирное время кандидатам у нас еще пока не представлялось никогда. Ну что ж, будем смотреть, слушать, знакомиться. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков. Спасибо вам большое, Александр Иванович. Спасибо вам. До свидания.